прибытие в особый исследовательский комплекс ОАК. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. У нас недостаточно кандидатов, и наша вера ничто без верующих. Небезопасно.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного силка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать, доктор Хайден. Берите любые нужные припасы. Разрушение Аргент Башни ужасает. Но я все же намерен помочь вам закрыть портал. Наша работа и знания об их мире берут начало в надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Мы называем его спиральным камнем. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергией ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории Лазарь в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Служебный лифт в конце зала.
Демоническое присутствие ликвидировано. Ликвидация снята. Сканирование сетчатки не пройдено. Отказаны в доступе. Требуется желтый уровень допуска.
Человеческое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята.